Доброго дня, друзі! Доброго ранку, Америка! У нас тільки-тільки стає сонечко. Зараз тут буде дуже-дуже яскраво. Мабуть, треба отак трошки закрити. Так буде краще. Ха! Це якась біда. Це якась біда з всіми нашими елітою, чи як назвати, я навіть не знаю. Ну, читаємо. Юра Касьянов наш лицар печального образу, да? Петя ПНХ. Пробки на в'їзді в Київ, де поліція і бійці елітної бригади НГУ, перегородив дорогу, ловять ночні кошмари Петра Алексеєвича. Іскусство розкачування лодки і воспитання ненависті даже у тих, кому раніше було пофіг. Это бессмысленно. Это надо немедленно прекратить. Я без труда провез 3 ствола и 2 сотни патронов. А есть еще десятки разных мест и дорог на въезде в Киев, которые мы прекрасно знаем с Майдана, и по которым завозили в Киев в обход всех постов амуницию, броники, дрова, подкрепления из западных регионов. Кажется, какой-то невидимый, неизвестный режиссер шаг за шагом запускает в Украине худший сценарий взаимной вражды и силового противостояния. И я сомневаюсь, что разъяренная толпа успеет повесить зачинщиков и режиссеров до того, как они улетят через Борисполь. А вот рядовым полицейским, солдатам и активистам достанется по полной программе. В сухом остатке в прикупе останутся с маленькой буквы Семенченки, Поросюки и прочие «вожди» в кавычках. На смену серым всегда приходят черные, когда мы безмолвствуем. Юра! Буду по-русски с тобой общаться, потому что почему-то ты выбрал именно этот язык для общения. Ну, я не знаю даже, что тебе сказать по этому поводу. Поросюки Семенченки, говоришь, да? Поросюк тебе не нравится. Такой вот псевдолидер, как я понимаю, да? И вот я, Юра, хочу тебе сказать. Мы друг с другом знакомы лично, да? И мы с тобой общались. И все такое. И вот я теперь сделал полностью вывод по поводу того, кто ты есть. Ты есть настоящий советский человек. Ты просто родину защищаешь. Да? Ты пытаешься сделать там свои эти беспилотники. Вы идете на выставку достижений народного хозяйства. Но товарищ Сталин и товарищ Ворошилов проходят мимо, игнорируют ваши... Здобудки, да, что вы там, ну, собрали людей талантливых, сделали какие-то эти беспилотники, они нахер никому не надо, потому что ни у кого нету там цели победить в этой войне, понимаешь? Ну, ты этого понять не можешь, ты советское вот это твое воспитание офицерское, да, вот родину защищать и все. А дальше тебя как бы... Хоть ты очень умный вроде бы и так пишешь хорошо и все, но дальше у тебя не хватает как бы... Не знаю, не то что ума, не хочу тебя оскорблять, но кругозора, скажем так. Пусть это назовем это кругозором. Вот смотри, по поводу Поросюка, как я вижу, да? Поросюк имеет 2 ноги. И он их использует. И тот генерал СБУ... за которого все так возмущались. Боже, как же это? Как же это? Вот Поросюк там, какой негодяй, да, такой некрасивый поступок. Ну да, в Конгрессе США такой поступок не увидишь, я с этим согласен. Это как бы такой хулиганский, да, поступок и все такое. Но человек находился на совещании, где сидит генерал, который построил себе дворец за народные денежки, да, который дербанил эту страну. И этому генералу ничего нету. Этому генералу ничего нету. И в этом виноват ты, Юра Касьянов. Юра Касьянов, это твоя ответственность, что этому генералу ничего нету. Не надо ждать, пока кто-то это за тебя сделает, что-то суды должны сделать, прокуроры. Слушай, Юра, что ты сделал, чтобы этот генерал хотя бы немного почувствовал презрение украинского народа за то, что он сделал. Ты что-то хоть сделал? Ты ничего не сделал. А человек сделал. Человек взял и ударил его ногой. Почему
Поросюк ударил ногой этого генерала. Потому что Поросюк решил его не убивать. Он решил не стрелять, не душить, не резать этого человека. Хотя, может, этот человек этого заслуживает. Понимаешь? Поросюк решил эту черту не переступать. А сделать по справедливости, по современным понятиям и этике, да, этого генерала нужно одеть наручники, посадить в одиночную камеру с парашей, да, чтобы он там отсиделся, отстоялся, допросы произвести, потом в зал суда он должен войти, бледный, потому что он полгода уже провел в следственном изоляторе, кожа беленькая такая становится, как у Юры Хорта была, да, там, или у Виты Завирухи, когда их в клетку сажали в этих залах суда. Но этого генерала почему-то нельзя никак, чтобы он попал в этот зал суда. А после суда этому генералу нужно дать столько лет каторжных работ, сколько он украл в пересчете на минимальную зарплату на тот момент, когда он крал. И вот в месяц он должен зарабатывать эти деньги на каторжных работах и отдавать в бюджет. И вот сколько месяцев набежит, столько он должен, извиняюсь, пиздячить по этим камням, киркой, понимаешь? Генерал этот, да. И если там набежит 5000 месяцев, ну значит, сколько там, 2-3 пожизненных, сколько там у него получается. Будет он херачить этой киркой, пока он не сдохнет на этих каторжных работах, понимаешь? Но вы же этого не сделали. Юра Касьянов, ты же это не сделал. Где ты был до Майдана? Где ты был до нападения России? Что вы, блядь, извиняюсь, хуем груши околачивали? А сейчас вы грамотные все стали, да? Лидеры вам не подходят. А тебя там нет под Верховной Радой. Ты против Пети, ты пишешь, Петя пошел нахуй. Ты пишешь в Фейсбуке президенту страны. Но тебя там нету. А когда, мне интересно, вы там появитесь, вот все грамотные такие, когда вы появитесь там? Я знаю, когда вы появитесь, когда там будет 100 тысяч человек, когда двери Верховной Рады выбьют, да, когда купол этот задымится, да, начнутся мусора броневиками поедут, коктейли Молотова полетят, вот тогда вы впишетесь, тогда вы уже увидите, что, о, тут победа назревает, тут могут люди победить. Надо же не оставаться в стороне, и все ломанутся, те, которые сейчас стоят и комментируют, комментаторы. Я поражаюсь вашим высоким стандартам. У вас такие невъебенные стандарты, я просто в шоке. Я говорю про лидерство. Вам нужен лидер? Боже, я даже не знаю, как описать этот божественный облик. Вам не подходит это все. Но вас устраивает обоссанное, вонючее, воняющее говном туалеты. Это у вас нормально с этим. В Борисполе. Я даже молчу про подземный переход перед главной площадью страны. Майданом Незалежности. Туда зайти вообще нельзя. Я про Борисполь говорю. Что туда тоже зайти нельзя, чтобы у тебя слезы не потекли. От этой вони, от этой мочи, от этого всего. Это вас устраивает. У вас по дорогам нельзя проехать, чтобы пломбы из зубов не вылетели. И это вас устраивает. Эти стандарты, у вас все нормально, да, с этим? У вас неудобств ни хера, у вас отопление какое-то там включают, и люди сидят там, и кто-то, если ремонт делает на 9-м этаже, на 7-м этаже с ума можно сойти. У вас, вас это устраивает. У вас воды в кране нету. Я должен в Борисполе взять две баночки такие пластиковые из-под воды и выйти, и там такой блокадный Ленинград, такой все в сосульках, такой торчит краник, и такая кнопка, и очередь людей. И я стою в этой очереди, это я так смотрю, какие у вас там стандарты, к чему вы привыкли. И в этой очереди надо кнопочку нажать, набрать воду, потому что эту воду только можно пить, и с нее можно готовить кушать. А то, что в кране, нельзя. Потому что трубы советские стоят еще. Они проржавели уже насквозь. Там у них уже вот такая дырочка. Вот такая труба, вот такая дырочка. Все остальное ржавчина. И это вас устраивает. А вот лидер вам надо. Боже, я даже не знаю. Ну какой вам надо лидер? Кто бы вам мог подойти? Дайте я подумаю. Ну, Наполеон вам точно не подойдет. Потому что он вам позакрывает рты, оденет на вас форму и погонит завоевывать Европу.
Молдавию, там, да, Приднестровье, Донецкую область Ростовскую. Он вам не подойдет. Вы скажете, ой, ужас, кровавый узурпатор, там, задавился, все. То есть он вам не подойдет. Кто вам может подойти? Ну, я даже не знаю. Может, этот дядя? Вы этого дядю знаете? Может, Авраам Линкольн? Знаете, что общее у этого дяди и у Авраама Линкольна, да? А у них образование хреновое. У этого красавчика, который на 100-долларовой купюре, он 8 классов вашей школы не закончил. Он считается великим философом и политиком, вы знаете это, да? Он 8 классов вашей школы не закончил. Чтобы этот человек был у вас, этот человек, да, был в Америке, в колониях во время революции, чтобы этот человек был у вас сейчас, ты, Юра Касьянов, его бы заебал, блядь, потому что ты сказал бы, что у него не хватает образования, чтобы вам, великим таким, указать путь и дорогу. Вы бы его задрочили. Линкольн, у него не было высшего образования. Анес Джон называли его, да? Честный Джон. Он адвокатом был в судах. До того, как занялся политикой. До того, как люди начали его куда-то выбирать. И в графе, в анкете, которую он обязан был заполнить перед судебным процессом, в графе образования он писал «недостаточно». Да вы бы заебали его! Линкольн у вас сегодня плакал бы вот такими слезами и бежал бы от вас. И говорил бы, блядь, что за неблагодарные люди. Ёперный театр, я жизнь им положил на алтарь. Они, бля, обсуждают, какой я не подхожу им, какой я не такой, всякой и все такое. И мама моя там с кем спала. Вы, бля, советские люди, вы латентные рабы. Сейчас под Радой решается будущее вашей страны. Но вы будете сидеть и пиздеть. И ты, Юра Касьянов, ты мне говорил, за 1000 человек надо 1000 человек собрать. И я тебя спросил, если я соберу 999, ты тысячным придешь, и ты так потерялся, не знал, что мне сказать. Вон было там 1000 человек. Где ты находишься? Что ты делаешь? А, ты обороноспособной страны, да, делаешь? Ну-ну. Что ты тут про Петю рассказываешь? Какой Петя у нас плохой? Полиция, да, и... Бойцы элитной бригады Национальной гвардии Украины, переградив дорогу, ты пишешь, да? Бля, при чем здесь Петя? А что ты про друга Авакова своего не пишешь? Они же приказ Авакова выполняют. Че ты ни слова не говоришь про Народный фронт? А, потому что латентному рабу, если не за БПП или против БПП, то хотя бы в народном, ну, какой-то партии власти надо находиться, да? Это пусть там всякие эти с маленькой буквы семенчики и поросюки сами по себе тусуются, там ногами бьют генералам по морде, блокады устраивают, потому что, бля, ну вы заебали, я извиняюсь, бля, ну как вы сепарам даете деньги за уголь? Вы че, бля, вообще там, ну у вас в мозгах что-то есть нормально или нет? Они же за эти бабки укрепляют свою власть самозванную на тех территориях. Тука, блядь, долбоеб. Какой эффективный контроль России? Ты че, ебнулся, блядь? Слово есть, оккупация, блядь. Выучи, блядь. В школу иди, блядь. Дебилы, блядь. Вы вообще, блядь, вы дебилы. Вы, куча дебилов собралась, блядь. И люди из-за вас, блядь, мучаются, умирают, голодают. Сидят в этих окопах, блядь, 21 век, он там сидит, как какой-то крестьянин, блядь, который ничем не обслуженный, блядь. Эти несчастные волонтеры куда-то там едут под эти снаряды, чтобы носки передать и салфетки влажные. Вы чё, блядь? Бля, я таких долбоёбов, блядь, ну я отвык от этого. Я, блядь, за 20 лет, я честно скажу, я отвык от этого. Ташбаев, блядь. А шо ты там, блядь, возле тебя, блядь, батальонное братство, что-то как, шо за хуйня? Я такой в шоке, блядь, я с самолета только сошел. Мне везут на машине с аэропорта, и на Майдане выступают люди. И мне водитель говорит, Рустам, может, ты скажешь пару слов людям? Я говорю, ну, можно сказать, я не знаю, правда, ну, я не привык перед толпой говорить, но можно сказать. Я туда прихожу, плакаты патриотические.
Ветераны войны, боевых действий. Два человека в инвалидских креслах с ногами оторванными на мине, на войне этой. Не, я должен был шифровать, кто это такие, да? Пробить их всю там подноготную и тогда только выходить на трибуну что-то говорить. Ну я, извините, не знал, что если я прилетаю в Украину после 18 лет отсутствия, то куда не ступишь, везде в говно вступишь. Я этого не знал. Ташбаев вам, лидеры. Да, какой он там лидер? Конечно, какой он там лидер, блядь? Он приехал и рассказывает вам, как сделать вооруженные силы. Что все начинается с богатства отдельно взятого гражданина. Тогда этот отдельно взятый гражданин хотя бы налоги нормальные может заплатить. Тогда бабки поступают в бюджет. Из бюджета, когда нормальная система, блядь, когда нихуя государственного нету, Юра Касьянов. Ничего нету государственного. Тогда государство не лепит какую-то хуйню советскую, а тебя игнорирует. На выставках, а у тебя заказывают беспилотники, и ты получаешь кучу денег невъебенную, и ты развиваешь это дальше, нанимаешь талантливых людей. Понимаешь? Вот что Ташбаев говорил. Пенсии, Ташбаев сказал, блядь, 20% от силы 30% государство в гривнах должно платить. Все остальное, зарплата еще здорового, сильного человека должно идти, как во всех нормальных странах. На capital market, международный. В твердой валюте. И сейчас бы эти пенсионеры получали ваши сраные 1500 гривен и плюс $500 к этому со своего пенсионного фонда, которые эти $500 вообще им пофиг. Революция у вас, Янок, Шманок или кто у вас. Не, постоянно нужно делать социальные эксперименты над людьми. Постоянно надо какую-то хуйню придумывать, блядь. И кто, что вы в старости будете делать? Вот мне интересно. Вот вы там сидите сейчас на сраке. Вы не хотите идти под Верховную Раду. Что вы будете делать в старости, блядь? Скаучать, блядь? Сдыхать, блядь? На 1500 гривен или сколько там пересчитать? Вам же не будет никто платить больше $50. В середине 21 века. Вы ж $50, долбоебы, будете пенсии получать. Как вы будете жить? Это пиздец. Я таких дебилов, блядь, просто давно-давно не встречал. Можно так сказать. Поросюки вам хуёвые, Семенченко вам хуёвые. Ну берите, выходите сами, покажите, как надо. Что ты написал? Петя пошел нахуй? Talk is cheap. Или по-русски перевожу. Ты хорошо русский знаешь. Пиздец, не камешки ворочать. Иди и покажи, Петя пошел нахуй, так иди и пошли его. Че ты, блядь, там в Фейсбуке сидишь, блядь, да, и своими беспилотниками занимаешься. Да досрать твои беспилотники, если там уже договорились, какой будет конец этого конфликта и когда он будет. Досрать твои беспилотники. У тебя что, блядь, не хватает ума и образования это понять? Латентные рабы, блядь, советские люди. Лидеры им все не такой. Блять, ну какой же вам нужен лидер? Я вот не могу понять. Я вот перебирал в голове лидеров там мировой там истории, революции. Да вы любого разберете по запчастям. Знаете почему? Потому что вы с сыкуны, вам сыкотно поднять свою сраку, и тогда вы начинаете придумывать отмазку. А как придумывается отмазка? О, Ташбаев! В Ленинграде родился, в России, все, бля, российская консерва, бля, все, повод никуда не идти, бля, а нахера? А мы посмотрим, а мы попкорн похаваем и посмотрим, что там с Ташбаевым сделают, да? Что он такой и кто он такой? Зачем слушать то, что человек говорит? Зачем вдумываться в то, что человек предлагает? Нам это нафиг не надо. Мы лучше посмотрим нам шоу и зрелищ, бля, потому что мы латентные рабы. Вам нужен таким, как ты, Юра Касьянов, хоть ты такой... Там оппозиция, да, ты такой там блогер и все такое. Вам нужен товарищ Сталин. Товарищ Сталин, это тоже грузин, который вот вас просто раком ставил и будет ставить, если в будущем появится такой товарищ Сталин, да, его внучок Володя Путин, то же самое, понимаешь? Вот с такими там все порядок, да, там порядок, там вот... Нету этих сценариев, про которые ты говоришь, да, вот никто не раскачивает ничего, и вот все. То есть я вообще своего поста понял, что ты хочешь, чтобы покой был. Покой и тишина, потому что это все очень плохо для Украины. Для Украины покой и тишина ваш, это дорога в могилу. Ваш покой и тишина, он был. Что-то я тут понажимал нафиг.
Ваш покой, тишина, он был уже 25 лет. И что этот покой, тишина, чем оно закончилось? Понимаете? Просто не хватает, я не знаю, сил на это все. Все это смотреть. И вот так все сливается. Вот так все сливается. Толпа сидит. Заняли места в амфитеатре, да? А в середине там 2-3 гладиатора, да, подорванных, типа Поросюка, да, который, ну, я слышал, как человек разговаривает, в Лисичанстве был, когда блокада это начиналась, и я слышал, как человек разговаривает с главой СБУ по поводу клеветы и некрасивых слов, которые тот позволил себе на пресс-конференции, когда тот сказал, что ходят всякие тут эти депутаты с непонятными стволами, и Поросюк ему при мне по телефону объяснил, какие непонятные стволы и какие депутаты. И я вот сразу скажу, что я услышал, я был поражен смелостью этого человека. И я знаю, что большинство из вас, которые тут в Фейсбуке с разрешения там или, скажем так, по негласному соглашению с всякими там лидерами начинают рассказывать эти сказки, вы бы зассали так говорить. Вы бы просто зассали, вы бы никогда так не говорили. У вас нету яиц, у вас просто нету яиц. И вы сидите, и вы считаете себя смелыми, когда на Майдане собрался миллион человек, да, и вы вот поехали тогда, дровишек там подбросили, и вы уже считаете себя великими героями. Да, вы поддерживаете, я ничего не говорю, но это просто я не знаю. Все заняли места в амфитеатре, все смотрят. И чем это закончится? Если это раскрутится, все резко станут революционерами, все резко побегут в струю, ну, чтобы успеть, да? Потому что, ну как же, передел возле корыта, как я понимаю. А если это закончится ничем, то скажут, я же говорил, мы же говорили, и все. Печально, очень печально. Все обреченное. Юра Касьянов. Пробки, НГУ и полиция, это... Авакал, это не Петя Порошенко. Ну, понятно, что без Пети это не обошлось. Но это Авакал. Выслуживается перед своим хозяином. Понимаешь? А ты начинаешь манипуляциями заниматься. Телеграфного агентства Советского Союза. Начинаешь рассказывать, что вот Петя все поставил. Да, так ты всех называй. Не стесняйся. Также другие политические партии и прочие всякие объединения. Хочу вам сказать, ребята, что чем дольше вы сидите на сраке и смотрите, как пакуют бойцов батальона Донбасс, тем хуже для вас. Почему? Потому что все это закончится тем, что в своей старости вы будете получать $50. Потому что такие люди, которые какие-то немножко грамотные, немножко знают, как правильно должна работать государство, эти люди, они никогда не смогут, вы просто не дадите им шанса изменить вашу жизнь и жизнь ваших детей. Вы просто шанса этим людям не дадите из-за своей совдеповской затурканности. Потому что вам важно обсудить человека, чем идеи, которые он говорит. Вам важно, вас так приучили большевики сосредоточиться на фразе «враг народа», ну, чтобы они могли человека казнить, там, да, отправить ссылку и так далее, что вы до сих пор, вы 25 лет живете вроде бы не в совке, вы до сих пор не можете избавиться от этой привычки. Эта традиция передается еще от родителей к детям. Я смотрю на детей, и дети тоже начинают фокусироваться. А кто там что, а как? Я говорю, зачем тебе, кто он и что он? Каждый человек индивидуальный. Думай о том, что человек говорит, что он предлагает, какие действия он делает, да? Вот Поросюк на сегодняшний день... Юра, он стоит 20 таких, как ты, патриотов. Знаешь почему? Потому что он, ну, хоть как-то попытался наказать негодяя. Ты же смотрел, да, фильмы какие-то в детстве, да, там, про мушкетеров, да, какие-то, я не знаю, понятия чести, какие-то понятия справедливости. У тебя же это все есть, да, в голове. Но вы все это закидали какими-то условностями, да, что вот, твоя условность, я заметил это уже давно, ничего не говорить про Авакова и Народный фронт, этот антинародный фронт. Вот ты ничего нигде никогда не говоришь. Ты только вот у тебя Петя, Муженко. Ну там же не Муженко закрыл дороги, там же не ЗСУ стоят, а там стоит Нацгвардия, понимаешь?
И так много там нацгвардии, она так хорошо одета, экипирована, и у них такая техника. Я вот одно не могу понять. Там если поехать по трассе, вот Борисполь проехать, и ехать так чуть дальше, да, там есть, потом ты просто уткнешься, и такое непонятное образование на дороге в Донецкой области. Такое бетонное, какие-то кусты бетона стоят, да, какие-то там флаги непонятные, совсем не украинские, да, какие-то цветов там непонятных, черно-сине-красных, какие-то люди ходят, подумай только, с оружием незарегистрированным. Я думаю, что вот эти бойцы Нацгвардии с этой техникой, они должны поехать и навести там порядок. Это, ну, неправильно, вот это, там что-то несанкционированное происходит. А что они в Киеве тусуются? Ну, Петя виноват, да? А остальные у тебя не виноват. Ну, понятно. Ладно, ребята, мне надо работать дальше. Извиняюсь за этот эмоциональный всплеск, но просто уже не хватает сил и терпения на это все смотреть.